Працягваем выпуск. Сёння ва ўсіх раёнах Гомельскай вобласці прайшлі сумесныя прыёмы прадстаўнікоў прафсаюзных арганізацый і супрацоўнікаў пракуратуры. Такая практыка ў рэгіёне існуе ўжо другі год і за гэты час даказала сваю эфектыўнасць. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Сумесныя прыёмы прадстаўнікоў прафсаюзных арганізацый і супрацоўнікаў пракуратуры праходзяць адзін раз у месяц, у кожны апошні чацвер. Звычайна на яго адводзіцца 2 гадзіны, але на справе ён не завершыцца, пакуль не прымуць усіх жадаючых. Забароненых пытанняў таксама няма. Асноўная тэматыка – працоўнае заканадаўства, але людзі прыходзяць і з просьбамі растлумачыць нюансы жыллёвага будаўніцтва, дапамагчы ў атрыманні спадчыны ці прыняць меры да празмерна неспакойных суседзяў. Бывает, что вопросы решаются сразу на приеме. Бывают вопросы, когда людям нужно объяснить, куда им обращаться для того, чтобы они их решили. А бывают ситуации, когда действительно нужно, чтобы человек пошел, написал письменное обращение, и тогда его вопрос будет решен. Место проведения совместных приемов постоянно изменяется, что дает возможность отримать консультации больше великой колькости людей. Гандлевые организации, научальные установы, промысловые предприемства. Одна из обовязковых умов – анонимность. При жадании свое прозвище можно не называть. Что тычется эффективности такой формы работы с насильництвом, то и у профсоюзах, и у прокуратуры я ей оценивают однозначно. Хотя изначально немножко это отпугивало нас, как правовых инспекторов, потому что мы считали, что работники будут бояться задавать насущные вопросы в присутствии прокурора, но, как оказалось, им тоже очень много поступает вопросов, и ряд вопросов они берут на контроль. Олег Сюнтюров, Олеся Рудянкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».